Я не понимаю, Зеленский не сдержался прямо на месте трагедии. Простудил публично, страна гудит. Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает людей, которые отдают своих родных на содержание в пансионате, вроде того, который вчера сгорел в Харькове. Об этом он сказал во время визита к трагедии 22 января, а также когда посещал больницу пострадавших в результате пожара. Комментарии главы государства прозвучали в эфире телеканала «Украина-24». В частности, общаясь с президентом, один из пострадавших признался, что в дом престарелых отдала дочь из-за травмы спины. Размещение в заведении, работающее нелегально, стоило 12 500. В палате, по словам мужчины, их было трое. Четверо из них психически нездоровы. «Я не понимаю тех, кто сдает своих родителей в такие учреждения», — ответил на это Зеленский. Президент отметил необходимость проведения в Украине глобальной реформы в этой сфере. Также он добавил, что соответствующие комиссии по поиску заведений, подобным Харьковскому, уже созданы. «Мы даже не знаем, сколько таких объектов есть еще в наличии в стране». Государство должно создать все условия для того, чтобы пожилые люди, которые нуждаются в уходе и поддержке, имели возможность получать качественные социальные услуги, процитировала Зеленского пресс-служба Офиса президента. Напомним, 21 января в Харькове в пожаре в нелегальном доме престарелых в золотое время погибли 15 человек. Харьковская власть заявила, что заведение работало с нарушением.